Центр мира и согласия открылся в гуманитарно-техническом колледже Петропавловска. Материалы, собранные здесь, рассказывают о богатстве культуры разных народов, о важности межконфессионального согласия, мире и дружбе среди национальностей. Участие в торжественном открытии центра принял заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков. Репортаж Ксении Куценко. Это коридор дружбы. Его образовали студенты. Они в ярких костюмах представители разных национальностей. Каждого гостя приветствуют радушно. Повод для встречи сегодня особый. В гуманитарно-техническом колледже открывают новый центр мира и согласия народа Казахстана. 2015 год является годом Ассамблеи народа Казахстана. Это очень важно. Должно быть, никогда этот год единение всего народа Казахстана. Мы едины, это главное, о чем постоянно призывает наш президент. Перед нами стала задача о том, чтобы создать центр мира и согласия Ассамблеи народа Северо-Казахстанской области в нашем колледже. Этому предшествовала огромнейшая работа. Мы более 2 лет и над этим работали. Огромнейший набор собран исходных материалов. А посмотреть есть на что. Экспонатов много, порядка 350, и у каждого своя история. Выставка организована силами преподавателей и студентов колледжа. Здесь предметы быта, оружие, одежда, украшения, музыкальные инструменты. Все это рассказывает о культуре и традициях 9 этносов. То, что вы видите, это начальная фаза. По сути дела, с сегодняшнего дня мы стартуем. В плане как бы охвата новых этнокультурных объединений. Всего в нашей области, в Ассамблее народов Казахстана, СКО, 23 этнокультурных объединения. Вот. В нашем колледже учатся 1400 студентов, 17 национальностей. Педколлектив 85 человек, преподаватели принадлежат к 8 национальностям. То есть можно сказать, что гуманитарно-технический колледж – это остров, ну, такой многонациональной дружбы, сотрудничества, уважения друг к другу. Разделить это радостное событие с учащимися колледжа пришли представители этнокультурных центров региона. Поздравил североказахстанцев и заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков. Это будет опорный пункт формирования этнической культуры. Я считаю, что само понятие культуры – это общее, емкое понятие. Сейчас даже не только руководство, а многие технократического направления люди, то есть инженеры с техническим образованием, наконец-то понимают или стараются понять, что не экономика главное, экономика ничто без человека. А вот самый важный момент праздника – торжественное разрезание ленты. После небольшая экскурсия для гостей по новому центру. О богатстве культурного наследия, межконфессиональном согласии говорят отдельно. Встреча прошла в формате совещания. И такой разговор здесь не последний. С этого дня в колледже работает новый молодежный совет, который будет активно участвовать в диалоговых площадках. Мы планируем как бы проводить встречи с этнокультурным обществом. Также мы планируем проводить работу со студентами нашего колледжа, к примеру, как бы знакомить их с культурой, историей культуры, там, традицией общества нашего народа Казахстана. Центр культуры, получается, он даст для студентов многое, потому что мы, как молодежь, очень часто сталкиваемся при работе, при общении с разными, например, культурами, нациями. Естественно, для нас это очень важно. Ведь если мы будем знать хоть частичку человека, который стоит перед нами, мы уже можем сделать многое и будем понимать, как можно будет с этим человеком общаться. Приурочили открытие центра к предстоящему юбилею общественного института. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.